Всем привет! Сегодня у нас две посылки из магазина JD. Давайте откроем и посмотрим, что у нас здесь. Пока распаковывал, позвонили в дверь и принесли вот такую вот посылку. Это у нас тоже из JD. Единственное, что оно не от из коллекции JD, поэтому вот в такой обычной упаковке, обычной коробке. Я знаю, что здесь находится, но поскольку это все три вещи из магазина JD, ссылки будут в описании, я добавлю... Вот, поэтому я решил их, эту коробочку тоже распаковать вместе с остальными товарами JD. Это у нас, смотрим, я так понимаю, это коды для получения купона, и я надеюсь, что это все-таки коды для получения купона на JD, а не где-нибудь там на AliExpress или еще где-нибудь. А, нет, все-таки на AliExpress. Получение купона, скорее всего, да, потому что еще раз Органо, AliExpress, но продавец этот я покупал на JD, и они пиарят, получается, себя на AliExpress в магазине JD. Ладно, давайте откроем, давайте с нее и начнем, наверное, с этой посылки. Это должна быть мышка M185 от Logitech. Почему именно эта мышь? Я перепробовал несколько мышек, и у меня дома стоит именно M185. Покупал я ее, не знаю, лет 7, наверное, назад. И она до сих пор работает. И там очень мне нравится в этой мышке автономность, потому что от одной батарейки она работает там чуть ли не полгода, а то и больше. Вот, то есть я, ну, о смене батареек, то есть когда... Допустим, вот в такой мышке нужно раз в 2 месяца менять батарейку. Я и пользуюсь, ну, как бы дома я меньше, реже пользуюсь мышкой, потому что меньше работаю там. А это на рабочем месте, она садится за 2 месяца. Но это, она при активной работе будет работать полгода. То есть, когда я раньше работал, то есть минимум полгода она от одной батарейки работала. Вот, именно модель M185, она меньше, чем, допустим, вот эта ондовская. Ондовская, мне как бы мышки подходят все с высоким подъемом. То есть, чтобы ложились в руку вот так с высоким подъемом, тогда у меня рука не устает и не, ну, не находится в напряжении. Если ниже, вот допустим, Xiaomi-шная мышка была, она мне совсем не понравилась, потому что она плоская, и рука у меня находится все время под напряжением. Из-за этого она устает и болит. Вот здесь начинается там, как он там, туннельный синдром или что там. Вот. И вот эти мышки, они как бы нормальные. Ой, наклацал. Вот. Вот эти вот с высоким подъемом мне очень удобные. 185, она немножко меньше этой мышки ондовской, но она тоже очень удобная, я ей пользуюсь дома, ну, с удовольствием пользуюсь, и она реально крутая. И я начал искать, купить у нас в магазинах, ну, думал, зачем я мышки, они вроде бы по такой же цене. Начал искать, нашел на Розетке, но их не было в наличии. И начал искать по другим магазинам, и чтобы в наличии было, нигде не нашел. То есть по цене оно приблизительно то же самое, что купить в Китае выходит, но у нас нету их в наличии, а именно нужна эта мышка была. Тут кратенькая инструкция на китайском, ну, в принципе, тут ничего интересного для нас нету, поэтому давайте посмотрим на нее. Да, именно она. Вот такая вот мышь. M185, серия, номер. Я так понимаю, здесь у нас есть и батарейки. Да, есть батарейка. От одной батарейки питается. Сейчас джипы. Ну, вот этой вот батарейки хватит на полгода минимум. Коннектор такой блестящий. И, по-моему, он блестящий, чем у меня. Ну, новее версия. То есть, моей, как бы, мышка реально классная. Я ей пользуюсь на домашнем компьютере. Сейчас решил еще купить ондовская клавиатура. И мышка работает классно, вот ондовская. Ну, она белая, во-первых, даст, быстро пачкается. Клавиатура иногда, то есть, клавиатура, которая идет в комплекте, она управляется от одного, ну, от одного Bluetooth-адаптера. И я решил поменять клавиатуру. Думаю, сейчас подбираю себе, наверное, возьму клавиатуру Rappu, вот, тоже на JD подбираю еще. Ну и решил себе заказать мышку, то есть если будет отдельная клавиатура без комплекта мышки, чтобы была мышка, ну и раз уже это будет удобно. А вот эту онду я подключу к компьютеру, где монтирую видео, вот, к старенькому своему. Вот так вот это выглядит, классная мышка, все отлично.
Ну, реально, я мышкой доволен и могу ее рекомендовать. По высоте, смотрите, она как выглядит. То есть, она немножко короче, но, то есть, компактней. Но по высоте она высокая, и за счет этого мне удобно ее держать в руке. То есть, это одна из самых классных мышек, которые я вообще сталкивался, с которыми я вообще работал. То есть, вот это вот, и вот это вот тоже удобная, она мне очень нравится, эта мышка. Вот, откладываем мышки, по ним уже все. Давайте смотреть дальше, что пришло из JD. Это уже из коллекции JD. Ремень. Ремень был, ставили они там цену, что-то там 20 баксов, по-моему. Потом 2 бакса, то есть, или 2,99, или 1,99 была акция. Акция публиковалась в канале, причем потом ее ставили ценой 5, потом 1 доллар. Вот такой вот ремень под джинсы. Пьер Кардин, сделано так все, ну реально такая вот крепкая, можно как парашютная вот эти стропа, или как они там называются, такая крепкая, крепкая штука, вот, защелка тоже такая массивная, но я бы не сказал, что тяжелая, но такая вот она массивно сделана, зажим. Смотрим, что это у нас тут. Пьер Кардин. Пьер Кардин. Много-много бумажек. Пьер Кардин. Вот, давайте замеряем. 120 сантиметров без пряжки получается. То есть сам ремень, вот эта вот штука без пряжки, 120 сантиметров. Ну и пряжка тут 3 сантиметра задает. Сейчас давайте померяем его. Я не в джинсах, но логика будет понятна. То есть вот этот вот зажим мы поднимаем вверх, вставляем ремень. Затягиваем его как надо и потом этим зажимом защелкиваем. Все, ремень сидит крепко. И единственное, что я не в джинсах, то есть вот эту вот вставить некуда. Вот. Для джинс, ну, отличный ремень, ну, именно для джинс. Для брюк, я думаю, такой фасон не подойдет. Вот, отличный. Легко расстегивается, легко застегивается. Ну, просто так не расстегивается тут, а вот так можно расстегнуть. То есть, если он у нас застегнут, дергаем резко за эту штуку и одной рукой можно его снять, получается. Класс, ремень очень нравится, очень классный такая бляха классная и он так добротно сделан, то есть, ну, очень крепкий, можно по скалам на нем лазить. Ну, как бы это шутка, конечно. Вот на конце здесь такая кожаная штучка, нашивочка. И New Material Only, Then Wine From Parts French. Короче, Пьер Кардин, ну, крутой ремень. Ссылка будет в описании и на него, и на акцию. То есть, если сейчас цена дороже, то я вам советую поставить в боте, в телеграм-боте, MyPriceBot, ссылку на него, и когда цена уменьшится, они постоянно уменьшают цену, когда цена уменьшится, купить, если вас заинтересовало. Что это еще? А, это тоже носки. Носки тоже с JD, для себя покупал, так. А, для себя и для жены, получается. Вот такие. Modal, наклеечка. Отклеим ее сразу. Тут наклеечка. Очень приятные на ощупь. Очень-очень такие. Я не знаю, как этот материал называется. Тут все на китайском. Так, так, так. Септовлес, септовлес. И все на китайском. Я не знаю, ну, приятные носки. Давайте посмотрим другие и какие-нибудь еще померяю. Так. Вот, Нанджирен, то есть вот такие вот набор из 5 носков, одинакового размера они, вот в такой вот пленочке, оп, давайте ее, бумажки, бумажка даже прикольная, и давайте посмотрим, носочки с невысоким подъемом получается и тянутся, и они теплые походу, да, а нет. Не, теплые, да, теплые, плотные, плотные носки, то есть, хорошие,
сейчас давайте посмотрим на другие и эти померяем. А это женские носки для жены с котиками. Вот, ну, если ей не понравится или не подойдут, у нас есть много девочек, которым можно их подарить, презентовать. Вот такие вот носочки. С обратной стороны у них котики. Так, сейчас это уберем. Вот такие вот котики. Носочки тоже тянутся. Но эти носки, они... Так, вот они изнутри выглядят. Кстати, изнутри они выглядят неплохо. Я покупал на GearBest недавно носки. На мне они сейчас находятся и теплые. И там внутри прям такая была тут ниток, гора просто. Вот такие вот носки давайте вот так нарастянем. Вот. Не просвещаются. Ну, просвещаются, если сильно натянуть. Вот. Но если жена согласится попозировать, для нее купил носки, она их померяет и... попозировать для нас, для камеры. Вот такие вот. Тут разные котики. Такой, такой. То есть разные расцветки носочков и разные котики. Вот этот мне, по-моему, кажется самый симпатичный. Вот. Ну и вот этот. Откладываем и давайте померяем вот эти вот носочки. Тянутся очень хорошо и очень приятно сидят на ноге. И реально я доволен, они прикольные. То есть не просвещаются и реально они такие мягенькие, ты как будто не чувствуешь, ну, одел их и как будто их и нет на ноге. Вот, но вот здесь вот, допустим, на вот этом месте как дырочка. Давайте ближе покажу. Вот. Получается. Ну и тянутся они очень хорошо. Вот смотрите, можно руку без всяких там и еще одну руку положить. Тянутся очень хорошо. И когда бросаем, прилегают, ногу обнимают просто. Очень классные носки. Мне они понравились. Единственное, что я тут не понимаю размеры. Я брал, наверное, либо я брал 27 размер. У меня нога 26,5 сантиметров. То есть 27 размер. По нашему, по европейскому 42 размер. Вот они мне подходили. Если у вас нога такая же, можно их смело брать. И, или они какие-то универсальные. Потому что они тянутся. Я кулак еще вставил. То есть я уверен, что можно еще одну ногу туда вставить, и они, получается, тянутся. То есть есть определенный размер, то есть диапазон размеров, наверное, шире у этих носков, чем у обычных, там, которые там 27-29, а тут, наверное, там все 27-33, допустим. Вот так вот. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!